Однажды ночью в провинции, где располагался монастырь, прошел сильнейший снегопад. Утром ученики, пробираясь буквально по пояс в снегу, собрались в зале для медитаций. Учитель собрал учеников и спросил: «Скажите, что нам нужно сейчас сделать?» Первый ученик сказал: «Следует помолиться, чтобы началась оттепель». Второй предложил: «Нужно переждать в своей келье, а снег пусть идет своим путем». Третий сказал: «Тому, кто познал истину, должно быть все равно, есть ли снег или нет его». Учитель молвил: «А теперь послушайте, что я вам скажу». Ученики приготовились внимать величайшей мудрости. Учитель обвел их взглядом, вздохнул и сказал: «Лопаты в руки и вперед!»